Никитин – это главная причина всего дерьма, что происходило со мной, с другими рестлерами и со зрителями все это время. Чемпион НФР «Локомотив» позволяет себе все. Командный дивизион в полном упадке. Чемпионство в легком весе, оно просто умерло после того, как я решил подарить его Гарри Свиту. И Михаил Никитин с этим не сделал абсолютно ничего. За чемпионство НФР сейчас дерется Макс Про. Элита уже больше года бегает от всего женского ростера с титулом чемпионки НФР. Черт возьми, Никитин, ты чуть не просрал целую федерацию в 2020 году. Ты твою мать серьезно? Напялил рубашку чистенькую, все, я идол. Такие идолы знаешь, что делают? Они выходят на телек и рекламируют кредиты, сука. Вот ты такая же мразь. Благодаря твоему решению 17 апреля моя карьера стоит на кону. Поставь на кон свою должность, дорогой. Докажи всем и, главное, самому себе, что в тебе осталось хоть чуть-чуть от спортсмена и хоть чуть-чуть от мужчины. Я ставлю на кон с твоей подачи! С твоей подачи я ставлю на кон судьбу рестлинга в этой стране. Судьбу рестлинга! В интернете все только и говорят, и пишут о том, что они не хотят платить за рестлинг, они не хотят покупать подписку на YouTube, они не хотят подписку на Patreon, они не хотят донатить на стримах, они не хотят донатить на выпусках ударов. Ты думаешь, они не хотят платить за рестлинг? Нет, приятель, они не хотят платить тебе. Если я проиграю, 20 лет трудов. 20 лет трудов! Они будут спущены на этаж. Они не хотят финансировать твою жизнь. Они не хотят финансировать твое пиво. Пока я жив, пока в моих венах пульсирует кровь, пока я дышу, я сделаю все, чтобы рестлинг в России жил, чтобы независимая федерация рестлинга развивалась и шла дальше. Они хотят финансировать твою вонючую Ладу Весту, твоего ебаного кота, все его лечение. Ну все. Олег умер. Думаешь о смерти, я хочу найти письмо в пустом конверте и прочесть.